Всем привет! Играем в Фазмофобию, Сула Кошмар, Безулик, Графтон. Графтон же? Графтон? Графтон. Брэндон Бауэн. Свет заставить потушить, благовоние распять. Окей, погнали, чё? Брэндон. Кто я жаловалась, что у меня одни девочки, женские призраки. Сейчас на этой неделе одни пацаны. Совпадение? Не знаю, не знаю. Так, спасибо, что не карты. Very much appreciated, как говорится. Не сюда. Угу. Доска Уиджи. Высматриваем косточки параллельно. Ему. Ничего не происходит. Ничего не происходит, ничего не слышно. Возможно, призрак у нас наверху. Мне показалось, что дверь дернулась. Реально дернулась. Здесь, да? По всей видимости, я опять дверь закрыла неплотно. И она как бы закрыта, но открыта. А у меня с балкона поток воздуха такой вжух. И дверь сделала здравствуйте. Так, ну гастуха физическая, да? Не похожа на тень. Я думаю... Ага, косточку нашла. Так, давайте тень, я думаю, вычеркнем. Сомнительно. Что за звуки? А, соседи пылесосят. Ох. Ставь лайк, если у тебя тоже такие перекрытия в доме, из-за которых ты слышишь, как соседи пылесосят, и кажется, что они просто пылесосят у тебя на голове. Счесывают тебе скальп, фактически. Твоим этим пылесосом. Ну ладно, ладно. Дует мне тут. Ага. Булавник какой, ты посмотри на него. Раскидывай тут все. Так, лопаточка. Оньк. Пойдем заберем доску. Что ей там одной пылиться, валяться, если у нас весь движ на втором этаже. Очередная какая-то проклятая катка. То дверь приоткрылась, то соседи начали пылесосить. Все одно к одному. И кресло задвинуто, ну точно проклято.
Так, нам нужна еще соль. И, в принципе, можно готовиться к экзорцированию. Ладно, шучу. Нет в пазмофобии экзорцирования. Что нам нужно? Нам нужен свет потушить. Свет потушить. Пойдем. Пойдем тушить. Что, не наступил? Чего? Ну ладно. Понаблюдаем за этим приколистом. Держим в голове миража. Ага, отлично. Так, у нас еще распятие, но распятие, наверное, попозже. Давай мы сейчас просто возьмем вот так и внизу скинем, чтобы не ходить по 10 раз. Так, вот. Вот эдак. Ну давай. Твоя любимая комната. До свидания. Storage. Можно, кстати, пойти, да, еще одну благовушку взять. И все время забываю из-за того, что разрешили зажигалку носить в кармане. Теперь как будто бы две благовушки в руке, это прям must. Где ты? О, привет. Спасибо за то, что сфоткала ничего. Спасибо. Спасибо тебе, друг. Ты самый лучший. Угу. Нет. Я пошутила. Класс. На одну звезду. Наступил в соль. Не ускоряется, что ли, еще с ним? Такое ощущение было, что он не ускорился. А почему? Если он не ускорился, это кто может быть? Это может быть Хантуха. Ну, нет, не может. Может быть, Таешка. Может, нам спросить, сколько ему лет? А мне хватит рассудка? Ой, ну ты дурак, конечно. Ты зачем так делаешь? Хватит ли мне рассудка? После вот этой гастухи, наверное, уже не хватит. Пойдем выпьем таблетку. На всякий случай. Вдруг Тае. Ну, должен быть быстрее, как будто бы Тае, да? А кто еще? Подожди, кто у нас еще не ускоряется? Тае, наверное, был бы пошустрее.
Но мало ли. Сколько тебе лет? Я сошел с ума. До свидания. Так. Ага. Ну иди сюда. Сейчас посмотрим. Оло. Кукусики. Ой! Нет, он ускоряется. Ты мюлинг, что ли? Как так случилось, что я его не заметила? Опасно сейчас было, опасно. Очень сильно безрассудно. И очень опасно. Как же ты заколебал, друг? А ты почему тут самые кресты не жрешь? А? Ой, нет, нет, не выкидывай зажигалку никогда, ты чё? Ну да. Вот ты дурачок. Какой же ты дурачок. Это мне казалось, что мне даже фонарь почему-то не моргал. Я с ним буквально чуть было не столкнулась. Просто забомбил гастухами. Деловой какой, а? Ушел. Близнецы. Блин, там какой-то приколдес со скоростью. Точно не Димон. Так, на духаря. Близнецов оставь. Но не Диоген. Так, не Димон, не Морой. Ну, получается, не Тайе. Не Райдзю. Как же он душит-то, а? Ты посмотри на него. Что у него со скоростью, я не могу понять. Есть ли там прикол? Такое ощущение, что вот что-то близнецовское мне вдруг почудилось. Как же он душит-то, а? И вот этот, который здесь живет, типа медленный. Еще посмотрим. Привет, выключила банку, кинул. Вот двойное взаимодействие. Полторы минуты. Найс. Угу.
Дух Неанрио принимается. Так, у меня последняя благоушка. Идет. Эй! Мюллинг? Блин, я так люблю такие катки, где ты вот после каждой охоты буквально меняешь свое мнение, находишь какие-то уникальные черты того или иного призрака. Я его, кстати, позвала, и он пришел. Я сошла с ума. Ага. Сейчас главное не помирить просто так. Проблема в том, что он почему-то не издает звуков особо никаких. Из-за чего нельзя прям проследить, где он топает, где кончается его топ. И начинается мюлинг. Я не понимаю. Прям сильно не понимаю. В нем есть прикол. В нем есть потенциал. I can feel it. Но какой? Медленный. Видимо, это все-таки близнецы. Меня в пользу мюллинга сбило вот то, что мы с ним на лестнице практически столкнулись. И вот сейчас в последнюю охоту, предпоследнюю,
он спускался со второго этажа, и его вообще не было слышно, пока он был на втором этаже. Это, ну, странненько было. Но походу близнецы. Должны быть близнецы. Прям должны быть. Брэндон Бауэн, близнецы. По знаку зодиака. Это мой окончательный ответ. Брэндон, конечно, скотинка. Запорол мне идеальное расследование тупой фоткой на одну звезду, но в целом ожидания оправдал. Спасибо всем за такое вот немножко проклятое расследование. Увидимся в новых сериях. Всем пока.